А сейчас, дорогие друзья, любимец вечеров, король танцплощадок, белый танец. Дамы приглашают кавалеров. Музыка вновь слышна. Встал пианист и танец назвал, и на глазах у всех к вам я сейчас иду через зал. Я пригласить хочу на танец вас и только вас. И не случайно это танец вальс. Вихрем закружит белый танец, окон служит белый танец, если подружит белый танец у нас. Стоял, кажется, тихо, никого не трогал. Вальс над землей плывет, добрый как друг и белый как снег. Может быть, этот вальс нам предстоит запомнить навек. Я пригласить хочу на танец вас и только вас. И не случайно это танец вальс. Вихрем закружит белый танец, ох, им служит белый танец, если подружит белый танец нас. А нельзя хоть намекнуть, что это такое? Зачем все это? К чему? Ну, что это такое? По-моему, это вальс. А, у вас тут, значит, кто кого хочет, в пару себе выбирает. А у вас как? По решению общего собрания? Зачем? У нас счетная машина. Закладываешь карточку со своими данными, и она подбирает идеальную пару по всем параметрам. Вот отпаяется у вашего электронного гимнея какой-нибудь маленький-маленький проводок. Она вам такое вычислит. Всю жизнь будете маяться. А без машины, по-вашему, наверняка? Ну, всем не могу гарантировать. Вы глазами-то по сторонам не очень, а то во мне какой-то процесс начинается. Я пригласить хочу на танец вас и то.